типа. Там чувак, он вообще ставит, нет? Вообще никогда, ни разу еще, по-моему. Нет, да, но он сидит. Я не знаю, у него лагает, все, поставил. Я тебе скажу, где они. Один за воротами, прям на Б. Сейчас проверяет окно, заходит в ворота, ворота заходят. Да-да-да-да, Миша. Бам, все, привет. Ну, у меня 90 лезет пинга. В окно, да, тебе уж нет смысла мерить. А у тебя сколько, 230? Нет, у меня наоборот меньше. Они же лагают, у кого много пинга обычно. Ну, это, значит, так, такая... а как сделать, чтобы ты лагал? Порнуху как-нибудь начать качать? Возможно, да. Камбэк из риэл, ребята. Ну, это, знаешь, такая отмазка, типа. Но он лагал, я мне по этому не попал. Я бы за нас поиграл, если бы выкикнули еще одного. Кикните школьника. Я бы пошел, ну, попробовал на Б заложить, если сюда кто-нибудь, кроме Logical Лесника и Килолова, бы пошел, потому что они бомжи. И Димсон тоже. Пойдем на Б. Не-не-не, сейчас уже не надо. Сейчас я не знаю, что делать. Я растерян. Я буду выжидать. Ну, на Б обычно всегда много. Там снайпер. Я не хочу туда больше. Сейчас все на Б стусовались. Нам нужны первые, кто готов рискнуть. Да. Найс. Сейчас такой. Пэм. Нет. Пэм. Вот у него получилось. Ну вы слишком сыкливо, надо заходить же. Все забегают, умирает один, остальные расстреливают. 10 на 10 же играем. Дэдди Ап, спасибо за подписку. Вот и все, че вы яйца-то мяли? Вау, они тут высаживаются прям жестко. Димсон остался. Но у него 0.06, как у меня, сейчас будет 0.07. Нет, он сделал фраг. Ну его сейчас зарежет. Черт. Зарежет, думаешь? А, нет. Что? А, я вообще не его смотрел, блин. Ну да ладно. Я вообще не понял, что происходит, короче. Контраст смотрел, никак привыкнуть не могу. А, хорошо, я посмотрю на твое ВП. Спасибо. Я из нее все равно ни в кого не попаду никогда в жизни. Парень там выдержал. Дебил, зачем ты присел? Давайте, парни, я верю в вас. Нет. Гова. Ты жив еще? Да. Я не понимаю чего-то, видимо. Ну ладно. Может быть, я реально промазал. Нет, я попал. Ты попал, да. То есть я реально не понимаю, блин, в мое время АВП ваншотило всегда. Ну, кроме там какой-то куска ноги, но здесь явно не оно было. Так, вы на Б или все-таки на А? На А бомба стоит. А сколько их в живых? Один, да? Да. Но он вроде нормальный так. И где он? И где он? В темке где-то что ли? Класс, парни. Во, отличный рез для человека с АВП сейчас я. Ну, в этот раз они, походу, все на... То, что я смотрел. Только двое прыгнули на Б, да. Как мне показалось. Ускорение мыши включи, лучше будет. Сейчас включу. Акселерация, по-моему, наоборот, отрубает весь. Она включена. Это. Выключить? Ну, если я насколько помню, то ее наоборот отрубает. Хм. Я же говорю, там эксперты в чате. Слушай, много, не знаю даже, не знаю, что удобнее, честно. Он всех убил. Yeah. I won the lottery. Yeah. Ну там. Ч
Че, бомбы оставили? Твою мать. Как так-то? Я такой просто плохой, это жесть. Я был уверен, что я попал ему, ну, типа, сначала. В него, потому что, ну, как бы, я не понял, а что тогда я попал? Второй. Нет, ты попал в него? А, нет, тут Fluttershy. Нет, нет. Fluttershy или что это за ник? Да, это кошмар, на самом деле, полнейший. Это, видимо, какая-то бочка, которая казалась мне его телом. Я не знаю, во что я там стрелял. А, еще этот... Saturation повышает. Ну, как это, гамма, по-моему. Типа, тут же цвета такие какие-то, тоже серо-говнистые. В оригинальной кассе. И че? Поярче были. И че? Ну, типа, чтоб легче было видеть. Что-то из этого надо выключить? Не, наоборот, повышают. Давай, давай, братан, давай. Мы можем. Нет, мы не можем. Кстати, твоя АВП может быть симпатичнее моей. Да не, у меня вообще какая-то обычная дешманская. А ты упал, что ли, здесь? Нет, я жив пока. Так я вообще ничего не спрашиваю. Я не уверен, что мы сможем. Ну, а чисто... Ты в яме есть. Да. Я уверен в этом. Да, да. Он, блин, ну это вообще жесть где, какая-то. Где, ну, это стрим-снайпер, давайте его кикнем, ребят. Это Фрости. Нет, вот этого. А, сейчас, Джон Сина. Ну, он знал, что я там, потому что он, типа... Пусти голосование, выгнать игрока. Сейчас, где этот гей? Короче, выстави на голосование Джона Сину, пожалуйста. Сейчас сек я пока. Раунд. Или тут только живых можно выставлять? Ты в коробку стрелял, парень. Так, кого Джона Сину? Да, я так и думал. Вот. А, я не... Он же не в нашей команде. Мы не можем кикать. Те, кто не в нашей команде. Потрясающе. Зачем вообще тогда нужно кого-то... Ну, представляешь, так всех перекикали бы, да, да? Ну да, с другой стороны. Да ладно, пусть им снайпит, как бы, это же его. На его совести. Ну, то, что он, типа, стрим смотрит, это, ну, как бы не секрет, я думаю. Понятно, что я и там бы там сдох, в любых раскладах. Я не хочу туда идти. Я не хочу. Слушай, ну без акселерации мыши, мне кажется, какой-нибудь 360 ноускоп невозможно почти сделать. Но на... сам ты стреляешь, как мне кажется, действительно лучше. На Б АВП есть. С длины, говорит, придут. Да, на длине есть один, смотрит. Так, ты где, скажи? Иду на наш респ, обхожу. Ну, чуваков, которые с длины вышли. Один в мид идет. Другой вот... Убили одного. На, а есть еще. Ахмед. С АВП какой-нибудь? Не, с диглом. Ну, а кроме дигла-то у него что? Все, больше ничего нет. И последний на респе. На респе? Так, это все убили. Отлично, отлично. Че, камбак Израиль? Ну, пока да. Давайте, давайте, парни. Давайте, ребята! Победа! Хоть какая-то экспа. И 10 за один килл. Блин, еще один раунд хочется сыграть, чтобы сыграть нормально. Мне прям кажется, что я близок к этому. А ты с акселерацией теперь играешь? Да, мне намного лучше так. Блин. Да, нижнюю темку сбежал один. Убили. Там с макином лежат. Крысу.
Я помню, 3 фрага давали за закладку бомбы, вот это было времечко, что нужно. Ну, сейчас тоже вроде дают. Ну, не фраг, а очки. Вот откуда он, из окна? Да. Ты убил его? Да, одного убил. И сколько там еще? Без понятия. Ну, я не вижу справа, только слева. Наверху, угу, убили. Угу. Я кладу. Да. Один АФК стоит на КТ-респе, другой в мид выходит. АФК на КТ-респе. Еще один, короче, один стоит, пасется, видимо, кто за ним придет. Тоже. АФК на КТ-респе? Да, один АФК, и второй стоит, наблюдает за ним. Ну, то есть, приманкает. Да, слева вот он. Еще один слева сейчас будет. Не-не-не-не-не-не, мне этого хватило. Я в него попал с 5-го раза. Вот он слева сидит. Это Джон Сина. Еще прям... есть кто-то? Да, да, на респе слева. Вот он сидит прям. Ниже прицел. Отлично. MLG. Спасибо, спасибо. Самый ценный игрок, да, да. Ну-ка, умирай первым. Шучу. Я становлюсь дауном, играю вот так. Заметил? Я как в намаз. Ну, на Б мало. Все, видимо, на А. Не-не-не, так мне больше нравится. То есть движения мыши перестали быть равными, рваными. То есть многие хедшоты, которые я не поставил, вот такие, они теперь возможны. А, ну то есть, ну как тебе удобно? Я вырублю, да. Потому что... Так, на Б есть один. Минус. Окно. Что такое? Пам-пам. Я в него попаду сегодня, нет? Так, вы все на да были? Тут АВПшник, демон. Ну, а вы так будете убегать и отдаваться ему, я не знаю. Где он? Ну, за ящиками. Ну что, страшно-то, блядь. Так, Джон Сина на Зиге вышел, идет, знаешь, угол, короче, сразу после выхода Зиги, кидает Грену вниз. Смотрит, смотрит выход Зиги, волхак подрубил, как бы. По странному, первому, кто придет в нижнюю темную. Хотя бы ничья. В нижнюю темную, я бегу туда, я бегу туда. Хотя бы ничья. Да уже не пойдем. Я успел, я успел. Он не обманул. Красавчик. Там еще ливер же был. Твою мать, как так? Эй, кто там балуется? Ниш, меня любит народ. Так, ладно, я попробую помочь. Сейчас, погоди. А, много, назад, назад. Пойдем. Давай Джона Сену вырубим, остальные не такие слои. Он в коннекторе на длинный выходит на нашу респу. Идет на Зигу. На Зигу идет. Вышел на Зигу. Идет на Зигу. Он по-прежнему на Зиге. Расстреливает одного нашего, выходит уже на А, нет, разворачивается, ну, между, вот, выходит, на, да, блять, развернись, ты бы сказал микрофон, он же просто в спину зашел. Чувак, ну... Nice. Так, он на Зиге один, и один на своей респе за ящиками с АВП, он сказал. Ну, ты, я сказал, на АВП пойдем. А, мы все просрали, да? Да. Да. Шли, да, на Б, поставили там, один был, я убил. Все? Ну, или... у меня звезда зато. Ну, давай последнюю спать. Не, вот, только не раз... инферно, не хочу, лучше даже даст, чем это ссаная инферная. Блин. Оверпас выглядит хотя бы сексуально, хотя я тоже не знаю. Ты играл на ней? Я ни разу не играл. Ну, играл один раз. Ну, мы тогда просто прикалывались, это было с женой НС и НСом как бы там. Мы бегали просто и отдавались 15-0. Ой, инферно, да, это я помню. Хочу убить хотя бы еще одного человека. Хотя бы одного, иначе я не стану киберспортсменом. Так, подожди, давай, парни. За кого заходим? А ты как думаешь? Так,
За кого мы насосали? За террора. Слушай, давай. Я не хочу больше за террористов идти. Давай, ну да, их нафиг, контров. Давай за контров. Тут, по-моему, я не знаю.